Три пятерки уже в Субару пошел к вам. Смотрите. Так точно. Внимание всем подразделениям. Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию. 31-летний северодвинец разбил голову женщине. Мужчина пришел в пункт приема стеклотары на улице Железнодорожной и с разбитой бутылкой требовал деньги. Приемщица отказалась. За это удар по голове. Он схватил у меня кошелек мой и ножик со стола и бежать. Я его схватила за штаны. Он сюда вот за это заскочил. Он мне кричал, что отпусти меня, я в розыске. Я сказала, мне без разницы, что ты в розыске. Мы бы обоюдно обошлись. Потребовал у женщины деньги и кошелек. Значит, данные требования он высказывал для того, чтобы материально обогатиться и купить на вырученные деньги спиртные напитки. Северодвинец уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сегодня около 6 часов утра неизвестный сбил северодвинку. 47-летняя женщина была ограблена около дома 70 по Архангельскому шоссе. Медики госпитализировали пострадавшую. У нее сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица. Проводится проверка. Обокрали 7 дач в СНТ «Уйма». Двое северодвинцев проникали в дома, забирали имущество и продукты. Оба ранее судимы за кражи. Пострадавшие оценили ущерб в 30 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий группа мужчин была установлена, они были задержаны и в настоящее время арестованы. Воришкам грозит лишение свободы до 6 лет. Сразу несколько северодвинцев нарушили правила дорожного движения за последние дни. Одно из нарушений привело к ДТП. На перекрестке Архангельское шоссе Тепличный проезд «Приора» столкнулась с внедорожником «Кия». По словам водителя последнего, легковушка не пропустила автомобиль и удар пришелся ей в бок. Водитель «Приоры» получил ссадину лба. На этом видео автоледи нарушает сразу несколько правил дорожного движения и создает аварийные ситуации. Сначала совершает обгон на пешеходном переходе, пересекает стоп-линию, проезжает на красный свет и не пропускает пешеходов. Неравнодушные северодвинцы отправили видео в ГИБДД.